Поехали. Вы куда? Мы? Поехали. Пельмени кушать. А, ты... Это Влад ел пельмени. Я думала, варит себе. Люся. А он ей оставил. Скажи, папа, у вас своя свадьба? У вас свои пельмени, у нас свои, скажи, пельмени. Иди скорее. Кто ей будет... Кто ее будет пельменями кормить в вольере? Объясни мне. Вот наши подписчики... Ну да-да, потому что не дай бог упадете. Наши подписчики правы. А нет, мы представляем ваше утро, когда вы выдадите ее замуж. Это Влад бежит с кофе, Татьяна с пельменями, понимаешь, кормить любимицу в вольер. И плюс еще жениха. Да? Мыть опу. Люся. А потом Люся будет приходить и подкидывать нам детей своих. Кто вот есть? Вот все почищено. Вот как? Она знает, ее коробочка так, не то, не зашло, не пошло. Корзиночка. Тыковка сейчас полезет к любимому крючочку тянуться, и понимаешь? Угу. Гранатики. Угу. Нет, нет, скажи, что, пельмешка, морковка? На пельмешку. Огурчик. Бананчик. Скажи, папа, не волнуйтесь. Звезда сама возьмет, если захочет. Так, ну ладно. Здесь. Нет, там куснула, тут грызнула. Не все же еще проверила. Куда? Венечек. Люся, вам прибраться или полетать? А, вот тут стало неинтересно, да? Только вот большие орехи остались в зоне доступа. Маленькие не получается, да? Возьмем всю коробочку. Ты глянь, куда ты дела? Зеленую пупырышку. Куда дело? Глянь, за щеку. Иди сюда. Иди сюда. И с коробкой, и с пупырышкой. Ты же догадалась, чтобы выколупать маленький орешек, нужно, бери ее, зеленую пупырышку и палец засунула туда. А где пупырышка? За щекой. Доставай. Иди сюда. Иди сюда, давай пупырышку. Да, сейчас скажу. Пупырышки, вот она. Да, я вижу, где она. Вылазь, давай, давай, давай. Отдай, 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 отдай. Люся, Люся, я же уже знаю, где твои мешки находятся, Люсь. Все. Была извлечена. Уже давай. Опять, вон, вон у нее есть эти орехи, я скидала. Здесь надо открыть. Ой, так смотри, сама. Сама открывает все. Бать. Пусть кушает ребенок. Это не кушает, Вадя, это жрет, как свинья называется. Ну, ее ляпочка. Кушает, выглядит по-другому. Голодный, голодный ребенок. Не кормят, не кормят. Да, не кормят. Не кормят. А также не поят. Бедный. Не греют. Она, Вань, ну вот она сейчас будет, вот, ну вот я же знаю, как это будет выглядеть. Все, закрываем, Люся, закрываем. Все. Что это было, где? Иди подбирай вниз. Откуда? Люся, иди вниз, подбирай. Откуда оно будет? Оттуда. Да. Открой, показывает. Открой. Люся, иди, покажи ей вниз, вот как нормальная обезьяна, она внизу бы собирала это все. Я так поняла, что эти пупырышки, вон там орехи. Это... Да. Угу, сейчас папа тебе почистит. Все, сейчас у Жорика все повыкидывала. Поеча продуктов. Знаешь, я думаю, что эти нужно теперь не вверх зелеными штучками, а вот так вниз делать. Иначе... Она уже вон раскрыла, нет? Чтобы она их хотя бы не видела. Вот ей браздолье, да? Что там Лешек? Да. Скажи, кто такой Лешек, папа? Сейчас эти орехи будут валяться по всему дому.
Люсенька. Пи-пи-пи-пи-пи. Иди сюда, иди, моя маленькая. Иди ко мне. Нет, Влад, его вывести из себя не может ничего. Все, что касается его любимицы. Да, да. Главное, чтобы ей было хорошо. Ишь, моя маленькая. Можно и так сказать. Но пакости от нее, как от большой. Так, надо еще этих коробочек, чтобы все орехи. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем глубоко дышать и убирать. А Влад сидит и любуется. Поехали. Вы куда? Мы? Поехали. Пельмени кушать. А, ты... Это Влад ел пельмени. Я думала, варит себе. Люся. А он ей оставил. Скажи, папа, у вас своя свадьба? У вас свои пельмени, иди у нас сюда. Свои, скажи, пельмени. Иди скорее. Кто ей будет... Кто ее будет пельменями кормить в вольере? Объясни мне. Вот наши подписчики... Ну да-да, потому что не дай бог упадете. Наши подписчики правы. А нет, мы представляем ваше утро, когда вы выдадите ее замуж. Это Влад бежит с кофе, Татьяна с пельменями, понимаешь, кормить любимицу в вольер. И плюс еще жениха. Да? Мыть опу. Люся. Да. А потом Люся будет приходить и подкидывать нам детей своих. Кто вот есть? Вот все почищено. Вот как? Она знает, ее коробочка так, не то, не зашло, не пошло. И корзиночка. Тыковка. Сейчас полезет к любимому крючочку тянуться, и понимаешь? Угу. Гранатики. Нет, нет, скажи, что, пельмешка, да. Морковка? На пельмешку. Огурчик. Бананчик. Скажи, папа, не волнуйтесь. Звезда сама возьмет, если захочет. Так, ну ладно. Здесь. Нет, там куснула, тут грызнула. Не все же еще проверила. Куда? Веничек. Вам прибраться или полетать? А, вот тут стало неинтересно, да? Только вот большие орехи остались в зоне доступа. Маленькие не получается, да? Возьмем всю коробочку. Ты глянь, куда ты делала? Зеленую пупырышку. Куда дело? Глянь, за щеку. Иди сюда. Иди сюда. И с коробкой, и с пупырышкой. Я ж догадалась, чтобы выколупать маленький орешек, нужно, бери ее, зеленую пупырышку и палец засунула туда. А где пупырышка? За щекой. Доставай. Иди сюда. Иди сюда, давай пупырышку. Да, сейчас скажу. Пупырышки, вот она. Да, я вижу, где она. Вылазь, давай, давай, давай. Отдай, 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 отдай. Люсь. Люся, я же уже знаю, где твои мешки находятся, Люсь. Все. Была извлечена. Уже давай. Опять, вон у нее есть эти орехи, я скидала. Здесь надо открыть. Ой, так смотри, сама. Сама открывает все. Вадя. Пусть кушает ребенок. Это не кушает, Вадя, это жрет, как свинья называется. Ну, или ляпочка. Кушает, выглядит по-другому. Голодный, голодный ребенок. Не кормят, не кормят. Да, не кормят. Не кормят. А также не поят, не греют. Она, Вадь, ну вот она сейчас будет, вот, ну вот я же знаю, как это будет выглядеть. Все, закрываем, Люся, закрываем. Все. Что это было, где? Иди подбирай вниз. Откуда? Люся, иди вниз, подбирай. Откуда оно будет? Оттуда. Да. Открой, показывает. А, открой.
Люся, иди, покажи ей вниз, вот как нормальная обезьяна, она внизу бы собирала это все. Я так поняла, что эти пупырышки, вон там орехи. Это... Угу, сейчас папа тебе почистит. Все, сейчас у Жорика все повыкидывала. Поеча продуктов. Знаешь, я думала, что эти нужно теперь не вверх зелеными штучками, а вот так вниз делать. Иначе... Она уже вон расстрела, видишь? Чтобы она их хотя бы не видела. Вот ей браздолье, да? Что там Лешек? Да, скажи, кто такой Лешек, папа? Сейчас эти орехи будут валяться по всему дому. Люсенька. Пи-пи-пи-пи-пи. Иди сюда, иди, моя маленькая. Иди ко мне. Нет, Влад... Его вывести из себя не может ничего. Все, что касается его любимицы. Да, да. Главное, чтобы ей было хорошо. Ишь, моя маленькая. Можно и так сказать. Но пакости от нее, как от большой. Так, надо еще этих коробочек, чтобы все орехи. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем глубоко дышать и убирать. А Влад сидит и любуется. Ты посмотри, как она жалуется. Что значит, я ей не дала вот эту банку с орехами? Что? Что? Владик, вот я ей не дала банку с орехами. А ты ей из нее даешь орехи. Вот как ты думаешь, какое это будет воспитание? В семье должно быть, не должно быть разногласий. Да. Если один воспитывает, другой не должен поощрять. Все, смотри, истерика закончилась. Папа, как всегда, на ее стороне. Понимаешь, это же гамадрил. Сюда. А в стае, когда она прядь создаст, некому будет. На ее, Вадик, эти вот крики, Лешек не среагирует. Она получит за свои истерики еще больше раз. Поэтому ты учитывай. И не поощряй. Влад как будто не слышит. За каждую ее истерику, понимаешь, вожак будет наказывать. Или она его, судя по Лешику. Или папа будет бежать отсюда по первому крику. Вольер, наверное, будет недалеко. Мы, кстати, найдем Олега Алексеевича и спросим, какая квартира будет у Лешика с Люськой. Ой, смотрю я на нее и думаю, что, возможно, у нас будет первая гамадрилья семья, где вожак. Чтоб я ее погладил. Да, 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 я вижу, я вижу. Не лезь, Катиня. Не лезь. Ты... Вот знает и делает мне назло. Знает, что буду ругать, делает мне назло. При полном поощрении папы. Ты на кого вот это вот кидаешься уже? На меня кидаешься? Да, за папу спрячешься. Думаешь, папа заступаться будет? Угу. Я веник скоро буду брать, понимаешь? Вот веник буду брать и тебя наказывать, понимаешь? Что ты прячешься за папу? Что ты прячешься? Что? Что? Что прячешься? Да хоть ты пять раз ему на голову залезь, понимаешь? Что? У меня есть папа. Хоть 10 пап. Да? Хоть 20 пап. Когда у меня кепочка в другую на бок, знаешь, козырьком, то мне уже все равно, сколько у нее пап.
Шемля. Так, нам помогает. Даже не смотри в сторону Патриота. Вадик, его под потолок надо вешать. Она мне его на злое забьет, понимаешь? Когда я ей что-то не дам. Она уже прекрасно понимает, чем можно манипулировать. Что можно обои рвать, отомстить, если ей что-то не дали. А теперь Патриот. Люся, вот даже не смотри в сторону Патриота. Мне не хочется его увозить ребенку в комнату. Как-то хочется, чтобы он тут повисел, он нас радует. Особенно, когда Ангелюшка не приезжает. Да? Вот как сейчас. Скажи, приболела? И не приезжает. Какой-то вирусняк ходит. Да? И мы на портрет теперь смотрим и получаем удовольствие. Поэтому даже вот в мыслях себе не-не-не. Угу. Ни один папа в мире тебе не поможет. Тебя замуж быстро выдам, в этот же день. Без всяких смотрин и сватовства. Что ты прячешься за него? Иди в глаза мне смотри. Я привыкла отчитывать, когда смотрят. Иди сюда, говорю. Иди сюда, говорю, в глаза смотри. Хитрая. Где? Где? Ты посмотри на нее. М? Где? Глянь на нее. И причем не обманешь. Опа. Она четко знает, где я буду. Успевает, ты понимаешь? На долю секунды успевает и раньше. Ух ты. Закрывает голову, смотри. Чтобы я ее не гладила. Голову закрывает. Ну, вот платье вот сейчас пойдешь. Ух. Ты да. Ложите вот так. Иди, позанимайся. Позанимайся. Сделай папе релаксирующий массаж. Что-то я на сон клонит. На сон клонит. С ней на сон боюсь, что сие невозможно. Не, ну, конечно, если я уйду, то у вас есть шанс посмотреть телевизор. Влад приклеил кепочку, а глазки не нарисовал черепахи. А приклеил намертво? Да. Гвоздями прибил? Да. Скрепками приколол? Да. Нитками пришил? Та-та-ра-та-ра-та. Нитками пришил? Да. А на лейкопластырь? А на двухсторонний скотч? Не придел на двухсторонний скотч. Правильно. Отрывайте, обезьяны добрые, да? Ух ты, ёпа такая! Вот знает, что нельзя. И смотрит, сидит. А папе хоть на голове сидите. Хоть... В прямом и переносном. Хоть... Нет, ну в переносном она уже давно уже сидит у тебя на голове, а? Ты кого кусать собралась? Знаешь, зубы какие? Не ты ж... Ух! 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 Ух, не знаю прямо, что с тобой сделать. Ой, зайка ушастый. Да. Нет, фиолетовый как-то не очень ее цвет. Красный ее идет. Красный ее, да. Да? Оно-то, конечно, ей все фиолетово. О, мой. Как на-на-на-на-на, что-то ты только мой. Ты не такой, как все. Ты папа мой родной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, как я за стеной. Ты мой, только мой, да, папа мой родной. Такое ощущение, что точно мапа ты. Ой, все, не буду тебя трогать, прям. Расчиховалась уже, разнервничалась. Ой, и так, и сяк, и куй, понимаешь, и переворот с кувырком. Ты морячка, я моряк. Что? Что, мне уйти? Пойду я лучше. Не буду портить вашу идиллию. Похожу по зоопарку. Что-нибудь посмотрю и поснимаю нормальных животных. Не таких вредных, как ты.